Одна из основных проблем, которую озвучили работники рынка – трудность транспортировки товара до торговых рядов. Многие обращаются к кандидату и с личными вопросами. Они, по заверению Юлии Пархоменко, без внимания тоже не останутся. Когда ты слышишь все-таки небольшие вопросы, которые касаются дома, улицы в каком-то поселке, мы их записываем, и мы обязательно их отработаем. Мы спрашиваем телефоны, когда записываем, для того, чтобы потом абсолютно в спокойном формате их доработать и рассказать вам, как мы будем двигаться дальше. Поэтому готова записать любые вопросы. А накануне у Юлии Пархоменко прошла встреча с учителями 6-й школы Анапы. Речь шла о создании комфортной среды для жителей нашего города. Для этого, по мнению кандидата, нужно активнее участвовать в федеральных и региональных программах. Строительство дополнительных школ, строительство дополнительных садиков – это достаточно затратно, и это единицы, которые есть. Поэтому нам нужно говорить о том, что мы должны участвовать в федеральных и краевых программах для того, чтобы улучшать ситуацию не на 0,5%, а гораздо больше. Если мы говорим о будущем Анапы как курорта, то, по мнению кандидата, прежде всего необходимо заняться развитием коммунальной инфраструктуры. Это одна из основных точек роста города.